Каждому участнику по лохматому другу, каждой собаке по дому с таким девизом в приюте «Ананда» пройдет ярмарка «Пристрой четвероногих». Представят молодых, здоровых и социализированных собак, а также щенков. Кто готов стать добросовестным хозяином, вас очень ждут завтра, 8 августа, с 3 часов дня до 7 вечера в микрорайоне Медведчикова, 19А/1 в приюте «Ананда». Приезжайте, выбирайте себе собачку. С собой берите ошейники, поводки, паспорт обязательно для перерегистрации животных на вас. На месте будет работать городская ветеринарная станция, сотрудники ее. То есть будут сразу делать регистрацию. В общем-то, вам не нужно будет никуда больше ехать. Все будет сделано на месте. Очень ждем. Надеемся, что кто-то из наших подопечных обретет дом и станет домашним любимцем. Приезжайте. Питомцев там же чипируют, вакцинируют и выдадут ветпаспорт. Любая помощь приюту приветствуется, а лохматые друзья будут рады подаркам и угощениям.